Вот эта собака. Вот я бы ее трахнул. Ты бы чё? Да. Я говорил тебе не лезть к этим идиотам. Неважно, он дал мне таблетку. Нельзя ему доверять, да ты посмотри на него. Ну, смотрите на себя. Вас всех посадят в тюрьму. О, нет. Да вас только за эти шмотки можно посадить. Эй, Тони, чувак, ты не вовремя. Я устал повторять тебе, братишка. Меня зовут Джекпот. Ты меня понял? Да ты на меня смотрела. Я не хотел, но из уважения посмотрел на тебя в ответ. И что ты сделала потом? Ты говорил мне. Да ты просто... Черт подери! Подожди, детка. Ты продвигаешься по карьерной лестнице. Только если ты лучше, или если у тебя есть сиськи. Сэр, успокойтесь. Это место преступления. Не видишь ленту, что ли? У меня работа. Никакой работы. Тут даже написано «тупой сукин сын». Видишь? Если продолжишь мне врать. Так, рам-звезда. Дай-ка взглянуть. Вот, вот, зацени. Алло? Еще раз. Ладно. Наша разведка доложила, что Пабло сменил место работы. Говорите это слово. Оно ужасно и оскорбительно для всех. Оно приносит столько... Мисс Клео, надеюсь, это сработает. Сработает, Нига, все серьезно. У меня дар, Нигер. Я пытаюсь помочь. Я не хочу, чтобы ты напивался. Ладно, все хорошо. Ладно. Ты в порядке? Я в порядке. Сегодня придут санинспекторы. Если не пройдем проверку, нас закроют. Не волнуйся, вчера все убрали. Владеем. У нас есть дети. Нужно заботиться о нашем бизнесе. Что-то сделать. Хорошо, без проблем, мистер Уильямс. Для начала мне нужно проверить ваш кредит. Да, сойдет. Не могу поверить, что у тебя ресторан, и ты закрыл кредит. Я вкалывал день за днем. Все здорово. Здорово. А, ну хорошо. Эй, не подлизывайся к мистеру Блу. Чего ты сейчас сказала? Я сказала, что пришла за заказом Эрика. Волос. Твои? Только тут и есть волос. Да, мне нравится. Сердце улицы. Да больше и не надо. Лысая голова мне не страшна. Мне нравится. И мне тоже нравится, понимаешь, да? А еще того, кто занимается кредитами. Вот бы это был я. Ой, тащите сюда еду из дома. Я ее приму. Присаживайтесь, как вас там звать. Осторожнее, пожалуйста. Понятно? Да.